Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Естественно. Играем за палача. Карта Институт Уэри. Такого у меня еще, как говорится, не было. Давайте посмотрим. Институт Уэри, это тяжело. Это фонарист попался, умник. Зря я это делаю. Да. Очень зря. Сбиваем. Давай, клетка, ну. Хорошо, хорошо, подставляйся. Хорошо, стой, стой, стой тут. Стой тут, дружище. Я иду. Хорошо. Каким образом? А, это вот это вот. Ради людей пристегнись. Или это был киберспортивный орех? Непонятно. Хватит, хватит, гост. Бегался. Бомбануло. Нет.
Идеальное название для каточки. Почему суровы считают, что им все должны? Как вы считаете? Ну, естественно, под сурово. Заслужено, пускай. Минус 3, я считаю, это победа так или иначе. Потому что Сурф в ворота не ушел. Он не выполнил свою главную задачу. Следовательно, мана он не победил. М1 геймплей. Ну, говорит... игрок, у которого геймплей через пробел. Вот у манов через М11 пробел. Ой, все такие разговорчивые, прям, я не знаю. А я культурный. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!